Всем привет! Приехала моя посылка с Озон. Как вы видите, достаточно большая коробка. Не скажу, что слишком тяжелая, но габаритная. Начнем распаковку и краткий обзор сковороды без воды и по делу. Ну что ж, давайте вскрывать. Распаковка заняла некоторое время. Упаковано все очень хорошо, в целостности и без повреждений. И пакет, и сама коробка, как вы можете видеть. На коробке наклейка с информацией о производителе. Это Нева Металл Посуда. Это название я впервые услышала несколько лет назад на одном российском кулинарном канале. С тех пор и началось мое знакомство с этой маркой. Это уже третья сковорода в моей коллекции и в использовании на кухне. Производство город Санкт-Петербург. Как я уже сказала, сковороду я заказывала на Озоне. Получилась не очень приятная ситуация с ценами. Если вам интересно, потом запишу отдельное видео на этот счет. В коробке нас ждет универсальная традиционная сковорода из литого алюминиевого корпуса, диаметр 26 сантиметров. Также еще вот проложена пупырчатая пленка для защиты при транспортировке. Вот такая красотка. Я специально заказывала без крышки, потому что у меня есть крышки подходящего диаметра. В каждой сковородке от Нева Металл Посуды на основании есть индивидуальный номер изделия. Не знаю, так ли это на самом деле, может быть, просто маркетинговый ход, но добавляет ощущение, что у тебя уникальная вещь. Давайте посмотрим, что под картонкой. Снимаем картонку и видим прекрасная поверхность. Никаких сколов, царапин, чего-то еще. Какие-то следы от производства защитные. Но это уже как любая новая вещь. Поэтому все в порядке. У меня модель с обычной ручкой, которая не съемная, поэтому она подходит для использования только на плите. В духовку ставить ее нельзя. Ну, также можно приобрести модель со съемной ручкой, и вы тогда получите также форму для использования в духовке. Производитель обещает нам 2000 циклов приготовления. Сложно посчитать, сколько это, так сказать, по готовке. Но для сравнения, моя старая сковорода этой же серии, этого же диаметра. Вот снизу старая, сверху новая. Если посмотрим поближе, видно, что сколов, царапин практически нет. Но основание, конечно, потрепалось. Но самое главное внутри. И внутри только вздулось антипригарное покрытие. Конечно, готовить на ней уже нельзя. Но это вот, я думаю, самое страшное, что с ней может произойти. Напоминаю, этой сковородке 2 года при очень интенсивном использовании. Так что делайте выбор, приобретать или нет данной сковородки. Лично я вам очень рекомендую и советую к покупке данной сковородки. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!